из-под снега. Наверное, это какие-нибудь полезные питательные корешки. Когда он мигрирует, нужно обязательно записать в блокнот, корешками каких растений он питался. Это очень важно. Смотрите, смотрите. Смотрите, он бутылку взял. Откуда там бутылка? Бутылка. Это, наверное, геологи оставили. Смотрите, Машенька, он не выбрасывает бутылку. Он интересуется продуктами нашей цивилизации. Маша, у меня идея. А что, если ему подкинуть наш рюкзак? Это гениально! Да, только нужно сделать это очень осторожно, чтобы он не испугался. Он почувствовал вашу колбасу. Конечно, как всякий плотоядный, он должен есть мясо. Будильник достал. Сейчас. Маша, снимайте. Сейчас. Лев Николаевич. Это будет суперкадр. Я не могу. Первая встреча с цивилизацией. Я не могу. Это нужно обязательно снять. Я не Почему? Могу. У меня аппарат там остался. Где? У него. Где? В рюкзаке. Как в рюкзаке? Как? Он же его сейчас раскрочит. И нам опять нечем будет снимать. Ой, что же делать? Что делать, что делать? Надо его напугать. Как испугать? На его языке. Вы что, знаете язык снежных людей? Да при чем-то не знаю, но догадываюсь. Удержу! Это же магазин. Выходит, что здесь люди живут. Выходит, живут. Пойдемте за ним.